Завод «Алнас» производит более 100 модификаций электрических центробежных насосов, 50 модификаций погружных электродвигателей, свыше 3000 вариантов комплектации нефтепогружного оборудования. Сегодня предприятию доверяют не только заказчики, осуществляющие деятельность в нефтяных регионах России. Завод поставляет продукцию и за рубеж. Производственные цеха завода в канун Дня машиностроителя посетили начальник отдела машиностроительного комплекса Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан Иван Колчин. Глава района Тимур Нагуманов, генеральный директор группы компании «Ремира» Михаил Белов. Предприятие не один десяток лет. В принципе, мы сделали очень много для развития города. Сегодня очень много заложено, как фундамент и добавили. Здесь работают люди, которым не все равно. Да, люди, которые заинтересованы в том, чтобы продукция этого завода была, желательно, в каждой скважине. Отдельные слова, конечно же, благодарности, потому что люди здесь ветераны, которые являются наставниками для прошедших. Сегодня на заводе трудятся около 1700 человек. Это люди разных профессий, но все они несут звание машиностроитель. Свой профессиональный праздник заводчане были отмечены высокими наградами. Два сотрудника получили звание «Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан». 19 сотрудников награждены почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики Российской Федерации, Кабинета министров и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 10 сотрудников отмечены наградами Совета и исполкома района. Еще 151 сотрудник – корпоративными наградами группы компании «Ремира». Это же люди видят, что значит не зря человек работает, его труд вознаграждается по заслугам. Это мое. Я человек такой, как говорится, активный. Люблю свою работу, люблю свой коллектив. Без машиностроения невозможно представить ни одну отрасль промышленности и современную жизнь в целом. В составе машиностроительного комплекса Республики Татарстан 150 крупных и средних предприятий. В их числе и завод «Алнас». За более чем 40 лет своего существования он выпустил более 270 тысяч насосов. А с момента выхода на международный рынок завод поставил оборудование в 21 страну мира. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ.